вот они, остатки самодеятельности. Как говорится, его слепило из того, что было. Теперь такую полочку мы сделали. То, что от нас требовалось. Теперь нам нужно будет поставить сюда кромку. Кромку выбрал вот такую. Клеить ее нужно на клей, а на бесклеевой основе. Почему именно такую? Потому что резал вот эти вот полки лобзиком, не везде ровно. Ну и поэтому придется это все дело закрывать. Для начала распакуем и подготовим клей. И нарежем, соответственно, на полоски. Такие, как нам надо будет. Таким вот замечательным образом он лег. Теперь осталось нарезать все остальные, а потом приклеить. Вот здесь в местах примыкания сделать пришлось такие вырезы. Небольшим запасом надо тут еще подрезать немного. Когда все готово, будем клеить вот этим клеем. Ну и соответственно фиксировать скотчем. Ну и опять же мелким тонким слоем. Чтобы меньше вытирать, наносим клей. Фиксировать будем скотчем.